Тостер с 7 степенями поджаривания и автоматическим центрированием тостов. В этом видео мы распакуем тостер KT2014-2 марки Китфорд. Комплектация стандартная, сам прибор, инструкция и гарантийный талон. Корпус тостера сделан из металла и пластика, размеры 28 на 17 на 18 сантиметров, так что для такого устройства найдется место даже на маленькой кухне. Сверху находятся два отделения для ломтиков хлеба. Сбоку расположен рычаг для загрузки тостов, кнопки разморозки, разогрева и прерывания приготовления, а также регулятор степени поджарки. На выбор доступно 7 степеней. Время приготовления устанавливается автоматически, в зависимости от степени поджаривания. Более того, загруженные тосты автоматически центрируются, чтобы их обжарка с двух сторон была равномерной. Когда время истечет, тосты выпрыгнут из отверстий, и тостер автоматически отключится. Функция разморозки позволит сделать горячие тосты из замороженного хлеба, а функция разогрев позволит подогреть уже готовые остывшие тосты. В нижней части корпуса находится выдвижной поддон для крошек и выведен шнур электропитания длиной 70 см. Мощность устройства 850 Вт. В уходе тостер неприхотлив. Корпус можно протирать влажной тканью, а поддон от крошек следует регулярно вытряхивать, чтобы избежать запаха горелого хлеба. Подведем итог. Тостер Китфорд KT2014-2 поджарит за раз два ломтика хлеба. У него 7 степеней поджарки, функции разморозки и подогрева и автоматическое центрирование тостов. Модель представлена в 6 цветах, поэтому вы сможете найти подходящий именно в вашей кухне.